Приветствую на своем канале. Вот уже показывал, вон наш красавец стоит в строю. А вот этот сейчас приводим в порядок. Здесь уже в принципе практически все сделали. Поменяли все подшипники, кроме двух шпиндельных. Их буквально вот уже заказали. Дорогие, конечно, заразы. Вот, но зато вот частично уже отмыли. 16К20. Вот, в общем, осталось заменить шпиндельные подшипники, собрать, залить масло, здесь будет все готово. Ну и вот сейчас занимаемся поперечной, продольной, потому что станина в отличном состоянии, там посмотрим, что там, по клинам, по всему, то есть по направлялкам, это все, в общем-то, вот по задней бабке, там с пенолью все хорошо вроде как. В общем, и второй станочек у нас будет в строю. То есть два хороших 16К20. Вот один вообще после капиталки, хотя там тоже, ну, по мелочам. То есть там единственный большой плюс, что полностью шлифованная станина. В основном там по мелочи, там, конечно, пришлось подкручивать, подделывать. Ну, то по мелочам. Вот, ну, а здесь так более, конечно, серьезно, но зато будет работать. Вот, учитывая, что, в принципе, удалось его купить относительно не за большие деньги, и те вложения, которые придется, вот, ну, я уже вложил в него, и еще там довкладывать, скажем так, оно того стоит. То есть станок будет не хуже, чем тот. Вот, также будет куплен сюда новый патрон. Ну и, соответственно, все будет хорошо. То есть шпиндельные подшипники новые, вся в коробке все подшипники новые. Причем это не какой-то там Г, а я поставил сюда вот СНР. Подшипники все, они были закрыты, их пооткрывали специально, чтобы как-то оно, ну, работало. Вот, в общем, вот такой вот у нас процесс, то есть потихоньку мы расширяемся. Вот у нас тут новое помещение, вот уже свет частично сделан, ну, то есть, короче, как бы вроде так уж вышло, как я уже говорил, что дай бог, чтобы все было хорошо, конечно, чтобы он все закончилось у нас с этими военными действиями. Вот, но так вышло, что у нас в это время появилась работа, и это большая удача. Я надеюсь ее не вспугнуть. Я показываю это просто, ну, что, скажем так, лично мне очень приятно, когда подобные вещи не сдаются на металлолом, а все-таки работают, когда что-то, когда есть люди или компании, которые не просто покупают, продают, а делают что-то реально новое. И то, что востребовано на рынке, то есть делают продукт, а не просто делают деньги из денег. Вот это как бы не совсем правильно, и, ну, на мой взгляд. Хотя, конечно, и так тоже можно. Ну, вот так вот, в общем, такие новости. Всех благ, до связи.